Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 46, задание внизу страницы. В этом задании мы должны найти периметр треугольника. Периметр – это сумма длин всех сторон треугольника. Треугольника их три. Мы должны измерить длины сторон и их сложить. То есть периметр треугольника будет равен длине ломаной, из которой он составлен. Длина ломаной будет равна 7 сантиметров плюс 4 сантиметра и плюс 5 сантиметров. 7 плюс 4 получается 11, 11 плюс 5 получается 16. 16 сантиметров длина ломаной, значит, периметр треугольника равен 16 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.